Всем огромный привет! Вы на канале «Вечное лето». Всем привет, дорогие друзья! Мы сейчас находимся в Турции, в городе Алания, и мы с Кариной продолжаем вам показывать самые интересные квартиры в соотношении цена-качество, самые ликвидные варианты. Карина, расскажи, что мы сегодня будем смотреть, где мы находимся? Так, мы находимся в районе Махмутлар. Свет с Сашей приехали и сказали нам, задача была такая поставлена, показать что-то ликвидное и недорогое. Да, для жизни средний сегмент, то есть не прям клоповник и не прям там шикарно лакшери дорогое. Что-то. Вот прям, чтобы жить, радоваться, не стыдно друзей привести, родственников, наслаждаться, купить удовольствие, а не проблему. Ну, точно будет не стыдно. Показываю самые ликвидные, вот прям на сегодняшний день. Uh-huh. То есть еще сразу проговорю, вот прям 2-3 дня будет поднятие цен. Мы прям договорились, что это проговорим, потому что часто бывает, видео чуть позже выходит. Цены, говорю, на сегодняшний день. Ну, я надеюсь, что видео выйдет быстро. Мы постараемся. И мы постараемся, да, чтобы по этим ценам остался прайс. Uh-huh. Значит так, мы сейчас приехали в район Махмутлар. Этот именно комплекс, он 250 метров от моря, очень близко. Но мы поедем на строительную площадку. Почему приехали сюда? Потому что хочу показать именно готовый результат. Mm-hmm. Сейчас посмотрим готовый результат. В этом комплексе уже нет квартир 2 плюс 1. Есть две квартиры 1 плюс 1. Они от 111 тысяч евро. Но мы будем смотреть от этого застройщика на стадии строительства от 58 тысяч mm-hmm. евро. И плюс качество будет еще лучше, чем здесь. Это очень важно. Хорошо. Какого года постройка? Этот комплекс 2013 года постройка. 2013 года. Да. То есть здесь уже идет вторичный сегмент. То есть нет самого застройщика. Естественно, здесь все продано. Здесь максимальная цена. Здесь нет квартир. Но просто мы покажем, как строит этот застройщик. Качество. Потому что потом поедем на стройку, и там можно вложиться по выгодным ценам. И еще 2013 год. И в каком состоянии комплекс? Это очень важно. Можно проследить он динамику. Очень ухоженный, да, динамику просмотрите. 58 тысяч евро, 1 плюс 1 на стадии строительства, сейчас будем смотреть. А сейчас смотрим готовый результат. Угу. То есть обязательно открытый бассейн. Смотрите, какие высотные здания. Это говорит о том, что мы реально находимся в Махмутларе, потому что высотки только здесь практически бывают. И пойдемте с вами, пройдем внутрь. Очень люблю комплексы, где именно два открытых бассейна. Смотрите, то есть один открытый бассейн, это для взрослых, и один для малышей. То есть дети же купаются, шумят, брызги во все стороны, да? То есть очень классно придумали отдельный бассейн с горками. Ну что, мы зашли в инфраструктуру. То есть неплохой достаточно большой спортзал, бильярд, теннис. Также есть зимний бассейн. Он сейчас, вода у него слили. Я думаю, достаточно двух бассейнов, которые открыты. Душевые кабины. Также классический турецкий хамам. Ой, вот это красота. Красивый такой. Работает здесь, да, горячо. Работает, восточный стиль такой, да? Угу. Значит, парилка и две массажные комнаты. Комплекс 2013 года, не забываем. У нас на сегодняшний день тут несколько квартир по 111 тысяч. Так, это вот 1 парилка. Плюс 1? 1 плюс 1 без мебели. Это уже продают те люди, которые до этого покупали. Угу. А мы будем покупать за 58 на стадии строительства. Комплекс будет намного лучше, чем этот. То есть любой застройщик даже свои комплексы строит намного лучше, чем предыдущие. Это очень важно. Пойдем теперь посмотрим, какой красивый там холл будет. Как я и ранее говорила, приехали в красивое шикарное фойе. Угу. Вот такой стиль. Смотрите, атриумские вот такие пролеты, очень красивые наверху. Чем-то напоминает отель. Напоминает. Если есть атриумский пролет, вот такой всегда говорят, что похоже на отель. И, кстати, клиенты делятся тоже на две части. Кому-то это очень нравится, а кто-то не очень любит, потому что говорит, ну, я как будто в отеле нахожусь на самом деле. Но в любом случае, 2013 года комплекс, он в идеальном состоянии, он весь чистый. Застройщик уже, наверное, на рынке недвижимости лет 15-18. Очень серьезный такой товарищ, скажем. Вот, и поэтому с ним всегда приятно работать, всегда все вовремя выполнять. Выполняет свое строительство, сдает всегда четко, вовремя. У него всегда все ясно, четко и понятно. Вот. А сколько стоит содержать такую квартиру в месяц вот, на расходы? Содержать? Айдат будет где-то 40-45 евро максимум. 1 плюс 1, мы всегда говорим, все это 1 плюс 1. И всегда говорю нашим клиентам, если в рублях, то 5-6 тысяч рублей, это будет в месяц, если вы здесь живете, свет, вода, газ. То есть по и цифрам. И у вас еще действует правило, при покупке любой квартиры в Турции можно получить ВНЖ.
Обязательно. Расскажи про это. Вы можете купить квартиру хоть за 40 тысяч евро, хоть за 300 тысяч евро. Вы получите ВНЖ на всю вашу семью, то есть, допустим, мама, папа, дети. И плюс мы обязательно вам поможем, если есть желание, получить ВНЖ вашим родителям на эту же квартиру. То есть родителям, ну, там, жены и родителям мужа, то есть всей семье. А я не знала, что можно, да, все это возможно, все это реально где-то приблизительно, опять же говорю в рублях, 15 тысяч рублей на человека. Это получение ВНЖ, это работа юриста, это будет страховка, все там, значит, налоги, все вместе, это будет 15 тысяч рублей на человека. Получаете ВНЖ и можете жить в Турции сколько угодно, не выезжая, без виз, очень удобно. Ну, вот вы не сколько угодно, если ВНЖ дают на 2 года, ну, то, да, ну, на 2 в пределах года потом надо продлять будет. Да, оно да, также продляется. Это очень легко все делается на самом деле. Поэтому не надо там гнаться за какой-то квартиру за 1 000 000 евро. Можно купить и за 40-50 тысяч евро, да, и получить ВНЖ на всю семью. Очень единственное, удобно. Единственное, там голосовать, по-моему, вы не сможете. А так... Но проживать вы здесь, да, можете, никто вас отсюда, как говорится, не выгонит, и все будут рады вашему здесь присутствию. Ну что, поехали на стройку. Поехали. Мы поднялись наверх, и здесь какой-то детский сад. Я вспоминаю территории возле наших домов в Саратове, и здесь все кардинально отличается. Вот просто посмотрите, что здесь творится на улице. Мы пришли в такую столовую. Столовая, назовем, да, давай назовем так, столовая. Ну, похоже на столовую. Потому что она такая белая, светлая, да. Это для жителей этого дома, то есть все пользуются. Чаю, кофеек, что-то быстренько перекусить. Так, а здесь у нас дискотека детская. Так, смотрите, во-первых, почему вышли во двор? Потому что хотим показать, как здесь все-таки зелено. Ухожено, согласись, Свет? Да. Все чисто, прям вылизанный двор полностью. Здесь, посмотрите, детская площадка. Вот такие вот фонтанчики сделаны, но они еще их, видать, не залили. В общем, дети счастливы, да, мне кажется, все отдыхают. Кстати, им прохладненько. Свежий ветерок. Да, супер. Так, ну теперь точно едем на стройку. Да, все, теперь едем на стройку. Да. Мы на площадке. Еще раз повторяю, район Махмутлар. Часто клиенты спрашивают, что такое купить с котлована. Да. Вот. Банановое поле вы покупаете. Да. Хотите самые выгодные цены? Придется покупать на таком этапе. Однозначно. Как только уже выровнят землю и выкручивают все банановые плантации, соответственно, цена уже первый подъем будет, этап цены. Угу. Показываю участок. 5500 квадратных метров. Вот такой квадрат. Вот это бежевое здание, это школа. Это очень круто, потому что вам не надо тратиться на трансфер. Угу. То есть в месяц это все равно 4-5 тысяч рублей, мы скажем. Все равно уходит на трансфер. Дети вышли из дома и пришли сразу в школу. Здесь будет 2 блока. Я думаю, что мы приложим, да, картинки. Да, обязательно покажем, что будет. Этого комплекса. Комплекс будет шикарный, с полной инфраструктурой. Будет 2 огромных открытых бассейна, закрытые, солевая комната, хамам, сауна, парилки, обязательно генератор, охрана, полностью все полностью комплектом, новыми технологиями. И даже будет интернет. Да, кстати, правильно ты говоришь, что интернет будет сразу уже во всех квартирах и также на зоне Wi-Fi, на лобби, ну, кругом-кругом. Да, потому что с интернетом бывают, честно, проблемы. Да. Приходится ходить его там, подключать, все это узнавать. 600 метров до моря. Угу. Достаточно близко. Это прям новый микрорайончик. Я считаю, замечательная локация. Всего 2 блока на такой большой территории. Когда будет старт строительства, когда будет окончание строительства, вот по срокам? Август мы начинаем строительство 2021 года и заканчиваем в апреле 2023 года. Первоначальный взнос 30-40%. Все остальное вы можете забрать в рассрочку без процентов до 2023 года. Угу. Очень выгодное предложение вам. А вот что делать, если человек купил квартиру вот на этапе строительства, выплатил всю сумму, так, не построили? Вот прошло там 5 лет. Даже никаких движений нет. Что в Турции? Такого, во-первых, мы уже 100 раз говорили, что компания Summer Home не работает с такими застройщиками, это однозначно. Угу. Святых турков тоже не бывает, как во всех нациях и во всем мире. Да? Есть компании, которые не достраивают. Угу. То есть, поэтому ищите нормальные компании, как агентство недвижимости, которые порядочные, которые работают с порядочными застройщиками. Мы еще и сами являемся застройщиками. Угу. Поэтому с нами этот номер, так скажем, не пройдет. А если вы попали в такую ситуацию, да, вот подавайте делать? В суд. Я вам сразу скажу, что законодательство турецкое всегда на стороне иностранцев. То есть всегда заберете свои деньги, деньги, но вы будете судиться, да. Вы будете судиться, деньги реально вернуть. Но, слава богу, у нас таких ситуаций не было,
поэтому можете быть спокойны. Хорошо. Давай еще раз проговорим прайс. Давай, то есть у нас планировки, прайс, сколько здесь будут стоить квартиры? 1 плюс 1 от 58 тысяч евро, 2 плюс 1 от 84 тысяч евро. Хорошие цены. 2 года рассрочка, но это как раз то, что вы просили, что-то побюджетнее, хорошие, чтобы рассрочка была побольше. 150 за 2, да, плюс 1. И недалеко совершенно от моря. И когда мы приложим ваши вот картинки этого комплекса, увидите, что на самом деле прям по последним технологиям все новое, современное. Ну и мы не зря с тобой съездили на старый комплекс 2013 года, вы увидите, как он будет зеленый, ухоженный, он будет еще лучше, чем тот комплекс. Угу. Значит, здесь будет 1 плюс 1, 2 плюс 1. А какие цены, как ты думаешь, будут, когда достроится объект? Насколько пройдет подорожание? Я всем своим клиентам говорю, я всегда люблю вкладываться на стадии строительства в 2 плюс 1, потому что на них можно побольше заработать. Но если у вас бюджет не позволяет, 1 плюс 1 – это тоже классно. Вот мы любим 1 плюс 1. Да, да. 15 тысяч евро – это 100%. Можно, чистой прибыли. Чистой прибыли можно вложить – это 1 плюс 1. 2 плюс 1 – это может быть и 30, и 35 тысяч евро сверху. Это однозначно. Мы вообще ходим сейчас, смотрим цены. Сильно выросли цены в Алании. Несмотря на пандемию, несмотря на кризис, много людей покупает, много людей отдыхает. И цены дорожают прям заметно. У нас в Саратове, кстати, тоже выросли цены. А я сейчас тебе объясню, почему. Пандемия тоже сделала свое дело. То есть люди стали, многие боятся ездить в отели, где много людей, и стали приобретать свое жилье. То есть уединиться, чтобы был чистый бассейн свой, чтобы своей семьей, ну вот, вместе держаться. И поэтому отдавать бешеный прайс за отель, тем более в этом году сейчас сезон открыли, ценник на Турцию очень высокий, да? Вот. Лучше иметь свою квартирку, потихонечку ее выплатить, но уже жить в чистоте, в красоте и знать, что твои дети под присмотром и все хорошо. А еще скажи нам вот прям по-честному, как сейчас дела у Summer Home? Сейчас непростая ситуация в мире, у вас много строек, вы отгрохали огромный офис. Как у вас дела? Дела у нас хорошо, я думаю, что как и у всех, в принципе. То есть вот такого аврала, как бы предыдущий год клиентов, да, я могу сказать нет. Вот чтобы нам раньше вытащить Карину на съемки, нам нужно сказать это за 5 дней, чтобы она, да, там нашла 1.5 часа в своем графике, чтобы с нами съездить посниматься. Да, такого аврала нет, но очень много идет продаж онлайн. Угу. Может быть, даже для ваших подписчиков, не для всех это будет понятна такая покупка. Потому что я сама такой человек, я люблю пощупать, посмотреть. Но есть люди, которые, есть определенная сумма денег отложена, угу, и они хотят ее, допустим, куда-то вложить. А что тут щупать? Что-то с банановой памятью. То есть люди боятся, например, в пандемию прилететь, но у нас есть менеджер, мы являемся вашими глазами, вашими руками. То есть менеджер приходит на онлайн-продажу, все показывает, идет до моря пешком, засекает время, показывает всю инфраструктуру. Вот таким образом работаем. Ну, сейчас границы открылись, продажи пошли. Слава богу, все налаживается. Поэтому мы не жалуемся. Самое главное, что все живы-здоровы. Остальное все мелочи жизни. Хорошо сказал. Куда мы сейчас поедем? Так, мы сейчас поедем в Кестель. Мой любимый район. И мой любимый, да, район, и... потому что у нас там квартира, он самый лучший район. Да, и покажем вам там неплохую квартирку. Люблю тоже этот комплекс. Сейчас ваши подписчики скажут, что Карина все комплексы любит, как всегда. Да, но тем не менее он недорогой. Я скажу, Карина любит не все комплексы, она любит только те, что мы показываем. Да. А многие ей предлагают показать вот этот там, он такой страшный, вот, да, такой ужасный, мы не все поедем. Показываем на там самом не надо деле. Вообще, он ужасный, мы не будем ее продавать. Покажу комплекс класс энергетикой, недорогой, угу, и с классным огромным бассейном. Едем все смотреть. Поехали. Мы приехали в следующий комплекс, и когда вы его увидите, вы скажете, да, это то, что мне было нужно. 200 метров от моря. Ну вот фактически его уже видно. Вот оно. Сегодня легкая дымка, но вот где заканчивается дорога, там уже море. Идти минуты две. А горы? И, конечно, шикарный вид на горы. У Саши есть какая-то нездоровая идея залезть на вершину. Никто его в этом не поддерживает. Я говорю, пожалуйста, ты один, я тебя там на пляже подожду. Не знаю, откуда у него эта мания. Сейчас посмотрим территорию и саму квартиру. Смотрите, вот такой вот зимний бассейн. Крыша у него открывается, закрывается. Сейчас водички нет, потому что открытый бассейн есть. Комплекс абсолютно новый, еще все до конца не запустили, но все будет. Хамам, сауна, парилки, открытый, закрытый бассейн. Плюс вот здесь вот такой коридор. Здесь будут сдаваться коммерческие помещения под салоны красоты. То есть у вас же прям в комплексе будет салон красоты свой. Русские могут открыть бизнес в Турции? Могут, и конечно, конечно. Например, также ногтями заниматься, конечно, ресницы, волосы. Конечно. Надо собрать определенный пакет документов, открыть ИП, так сказать.
скажем, да, есть такой момент, что на одного иностранца 5 турков взять, но это все равно тоже надо. Кто-то убираться, кто-то готовить должен. И, пожалуйста, открывайтесь, нет никаких проблем. Здесь будет 2 блока на территории, очень уютный комплекс. А нашими руками сюда 2-3 семьи уже заселены. Так что, пожалуйста, Москва здесь, по-моему, Уфа здесь. Ну, так что здесь живут русскоговорящие тоже. Идем смотреть территорию. Пойдем. Так, ну что, детская площадка. Во-первых, что мне здесь нравится? Здесь все новое. Рядом с морем, 2 блока. То есть немного у вас будет соседей. Такой, знаете, как закрытый клуб. И самое главное, что здесь очень интересные цены. Есть небольшая рассрочка, потому что комплекс уже готовый. Большой бассейн для 2 блоков. Вот такие водопадики маленькие. В воде. Нет, очень-очень. И вот здесь квартирки внизу есть. Смотрите, вот такие вот зеленые отсеки сделаны. То есть у вас как вот с выходом на бассейн свой маленький садик, можно сказать, да? Вот ликвиднее всего, какую квартиру взять? Вот какие самые лучшие квартиры? Боковые, центровые, первый этаж, последний этаж, серединка? А, самые быстрые, которые уходят в квартиры на стадии котлована, это на бассейн. С выходом в бассейн? Да, потому что люди все-таки приезжают с семьей отдыхать, смотрят за детьми. Но есть клиенты, которые, например, они приезжают отдыхать без детей, их не интересует бассейн, потому что, говорят, шумновато, и уже берут квартиры на другую сторону. Повыше, где вид, да. Самое главное, что берут квартиры самые ликвидные, это на море с видом, это, то есть высокие этажи. Здесь осталось квартир 6. 1+1 уже нет, есть только 2+1. И еще один момент. Не забываем, что сейчас квартиры, уже новые, которые начали строить, они небольшие строят, это по турецкому законодательству. Здесь еще, будем так скажем, старые постройки, несмотря на то, что комплекс дали. Здесь крупногабаритные квартиры и классные террасы и балконы. Идем посмотрим самую недорогую здесь квартиру, 2+1 покажу. Мы решили еще посмотреть территорию. Она здесь достаточно большая. Вот смотрите, есть еще детский бассейн. Он такой неглубокий и огражден. Дополнительный лежит. Такие зонтики. Зонтики красивые, такие приличные. Сад. Не выросли еще деревья, пока маленькие, апельсинов нет. И еще зона барбекю. 119 тысяч евро, большая, крупногабаритная, 2+1, рядом с морем и вот с таким шикарным бассейном, и всего 2 блока. 2+1, что это такое, кто не знает, это 2 большие спальни и кухня, совмещенная с гостиной. Это как у нас трешка. Прям такая большая серьезная трешка и большие балконы. Вот у кого-то качели, смотрите, качели-яйцо. Это вообще моя мечта на балконе. Так, здесь мы находимся на зоне барбекю. Тут же есть вангал. Также есть генератор, то есть без света никогда никто не останется. Ну и, естественно, как во всех порядочных комплексах, есть охрана 7/24. Так что все есть, идем смотреть квартиру. Перед тем, как мы зайдем в квартиру, я хочу показать вам, какой здесь лифт. Просто, чтобы вы вот посмотрели, потому что это тоже важно. Красивый, скажите, не обитый вот этими поддонами. Смотрите, какой подъезд. Все здесь из плиточки, все чистенькое, все новенькое. Подсветочки, смотрите, очень ухоженный комплекс из алюминия. Так, все блоки сплит-систем выставили вот сюда. Смотрите, блоки с прекрасным видом на другой комплекс. Да, чтобы даже блоком было хорошо. Так, идем дальше. Вот у нас 15-я квартира на сегодняшний день свободна. 2+1. Хорошие стеклопакеты, прям классные. Плиточка светлая, санузел раз. Идем сюда, вот такой большой салон. Здорово, что санузел уже оборудованный, вся чистовая отделка сделана. Все. Потому что, знаешь, многие покупают квартиру в бетоне и думают, осталось ремонт. Квартиру-то я купил, а ремонт-то, что там делать ремонт? Ребята, мы сейчас делаем ремонт в Саратове. Это не Москва, это не Турция. У нас ремонт по деньгам выйдет так же, как квартира. Вот чтобы уже въехать. Ну, посмотрите, достаточно ровненькие стеночки, все встроенные кухня. Часто задают вопрос, отдельная платная кухня. Нет, в Турции все строят, все встроено, остается бесплатно. Большой балкон. Вот это балкон. Хороший. То есть, мы так скажем, старого стандарта. Вот это балконище. Да, прям балкон, терраса. Так, а вот здесь у нас получается вид на бассейн. В принципе, вот из этой 15-й квартиры, если кого-то именно она заинтересует, отдаем в хорошие руки. Только да? В хорошие. Да. Вредно не отдадим такую красоту. Тут получается горы, вид на бассейн и вот кусочек отсюда моря. То есть, и вот буквально 200 метров. 200 метров, да. Вот такая классная квартирка. Заходим обратно сюда. Давайте еще раз посмотрим внимательно. То есть это салон, кухня соединенная, салоном с гостиной. Отдельно комната родительская.
Дальше санузел для родителей. Получается, вот, пожалуйста, вам здесь все оборудовано. И душ. И выход отдельно еще на вот этот балкон, который выходил из кухни, на котором мы сейчас были. То есть получается фактически три изолированные комнаты. И в этом комплексе вообще своя уникальная энергетика. Вот согласись? Здесь как-то вот все новое, все чистое. Это все новое, да. И все прям вот. И цена хорошая. То есть 2 плюс 1, 119 тысяч евро. Еще месяца 3 рассрочку можем дать, чтобы денежки собрать. Вообще классно. Вот это очень классный вариант. Вот. Прям вот постаралась, нашла то, что нужно. Да, 2-3 штучки, еще есть квартира. Это самая минимальная цена. Чем выше этаж, тем будет дороже. Ну, там небольшая разница. Давайте посмотрим, что в санузле. Такой стол. А, это под стиральную машину. Здесь уже мебель под встраиваемую технику. Потом такой шкаф для ваших принадлежностей косметических. Я растрепалась. Зеркало со шкафом. Ну, такая прикольная раковина, плитка. Напишите в комментариях, как вам. Я думаю, такой простой, спокойный дизайн, он никого не будет напрягать. Помню, как Саша однажды снимал видео в квартире, мы заехали, и там настолько были чистые стекла, что он разбил лоб. То есть он туда пошел, там такой грохот стоял, стекло не разбило, вот лоб, да. Классно, конечно, что в Турции квартиры сдаются полностью готовые для жизни, с ремонтом, уже с какой-то мебелью. То есть вам не придется, во-первых, переплачивать за ремонт, потому что это достаточно дорого. Сейчас стройматериалы подорожали, мне кажется, везде. И вам не придется несколько лет слушать долбежки, перфоратор, как соседи делают ремонт. Вы можете просто заехать, купить диван, кровать, телевизор и наслаждаться жизнью на Средиземном море. Многие из вас нам писали, спрашивали: ребята, как там ваша квартира в Турции, которую вы купили? И вот мы сейчас здесь показываем вам нашу квартиру в Турции. Дом еще не построен, была задержка в строительстве. Карина, расскажи быстренько, что здесь будет, и мы фотографии покажем. Комплекс называется «Валий 2». Здесь будет два блока, близко к морю, где-то 350 метров от моря. Инфраструктура есть вся, кроме закрытого бассейна. Классная локация. Мы знаем, что в Кестеле строят только пятиэтажные здания, да? Да. И мы сейчас мимо проезжали, вокруг все в цветах, европейские виллы. В общем, будет очень-очень супер. Поэтому, пожалуйста, есть еще квартиры, еще хороший прайс и хорошая рассрочка. Также они сдаются с ремонтом. Полностью, с полной отделкой, со встроенными кухнями, с мебелью в санузле. Будет, я думаю, картинки тоже приложим. Лаконичный такой дизайн, очень красивый, современный. Так что есть все. Пожалуйста, приезжайте, покупайте. А еще с Summer Home у нас действует акция. При покупке квартиры, если вы называете промокод «Вечное лето», вам идет дополнительная скидка 1000 евро. Подтверждаешь? Подтверждаю. Подтверждаешь. В общем, у компании Summer Home много хороших квартир. В одно видео это все не поместится. Это уже нужно общаться с менеджерами, высылать свои запросы, чтобы они скидывали прайсы и варианты, и уже точечно подбирать под себя квартиру в самом лучшем соотношении цена-качество. Контакты компании Summer Home и Карины мы, как всегда, оставляем внизу в описании под этим видео. Переходите, смотрите, изучайте. Девочки на связи, по-моему, 24 часа в сутки, живут, работают в Турции уже очень много лет. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки, пишите добрые комментарии, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Инстаграм. Желаем нашему дому, чтобы он поскорее достроился, и мы устроили шикарное новоселье. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.